сегодня снимаем наш выпуск из Зеленой Мили. Это наша строящаяся локация в городе Новосибирске. По поводу прошедшей недели. Вчера было прикольное мероприятие. Вчера мы ходили на коворкинг. Вчера мы ездили в коворкинг фронт-офис, где выступало несколько человек, в том числе и я. Вот, в принципе, было прикольно, интересно. Тема была «Удачная история неудач». Я рассказал про те фейлы, которые у меня случались в бизнесе, и какие выводы я после этого делал. В принципе, прошло все на ура. Вот, после этого еще мы послушали несколько бизнесменов. Вот, было, в принципе, интересно. Но после этого мероприятия получили и ценные контакты, вот, и несколько интересных мыслей, которые мы сейчас будем у себя внедрять. Изучить эту идею с очками. Вот, мы где-то там, ну, мы еще учились параллельно, поэтому до лета мы дотянули, не до лета, там где-то до апреля, вот, и потом нашли поставщиков, решили все-таки этим заняться. Вот, и когда я пришел к отцу, говорю, там, папа, займи начальника идеи, там немного, причем надо было, по-моему, надо было порядка 5000, пусть будет 5000. Вот, я говорю, ну, там, я, конечно, понимаю, что должен, но сейчас ты мне 5000 дашь, я тебе вообще сразу отдам. Вот, он отказал, говорит, нет, что-то я тебе уже не дам, вот, давай сам выкручивайся. Вот, но я парень настойчивый, то есть я поубеждал, в общем, он мне занял денег, то есть мы опять скинулись вдвоем, и мы открыли точку на рынке, то есть это вот два таких вот стендика, стоят они на ножках, вот здесь стоит, мы нашли продавщицу, естественно, мы учились, мы не могли сами торговать, вот стоит продавщица, вот, здесь вот так вот очечки стоят, то есть на каждой этой штучке по очкам. Вот, мы сняли на рынке с места, получилось, мы скинулись по 5000, мы купили пару стендов, сколько-то там очков, там, а с очки на рынке стоят там, вообще там 30-40 рублей, ну вот если вы не знаю, где покупаете в торговом центре, не в брендовом, вы знаете, что они там стоят 20-30 рублей, 40, там, может 50 максимум, вот, мы их накупили на 5000, и в первый же день нам на каждого эта точка принесла по 3000. То есть практически полностью вернула все деньги. После этого отец сказал, что держи, сын, мои деньги, безлимитный кредит практически. Вот, и мы открыли сразу 3 точки по городу. И, собственно, вот за это первое лето мы отдали, то есть я полностью рассчитал с отцом, еще что-то заработал. Если обобщить все неудачи, которые у меня были в бизнесе, то, наверное, самое первое – это я лез туда, где у меня совершенно не было опыта. Если вы собрались открыть какое-то свое дело, и у вас нет опыта, то, конечно, привлеките к себе в команду какого-то человека, который в этом деле уже имел какой-то опыт практический. Не теоретический, а именно практический. Вот второе, это тоже касается команды в целом. То есть я запустил сразу несколько проектов, там достаточно большое количество проектов, и после этого просто не смог с ними справиться, очень мало спал. Вот, и мне пришлось эти все проекты распродать. И сейчас концентрировался только на одном проекте, на Костхаусе. Вот, и только сейчас результат попер. Поэтому если у вас отсутствует сильная команда, которая могла бы автономно развивать ваши проекты, то сконцентрируйтесь на одном проекте, доведите его до ума, а только потом запускайте какие-то другие проекты. Вот. Но при этом это не касается проектов с пассивным доходом. Вот, в принципе, ну, вложение в недвижимость и так далее, это тоже считается как отдельное направление, но, в принципе, вполне нормально им заниматься параллельно. Так, что там у меня еще-то было? Ну, а в целом, не бойтесь пробовать, потому что, ну, наверное, но в целом не бойтесь пробовать что-то новое, запускайте бизнес и делайте первый шаг. Я перепробовал достаточно большое количество всяких разных направлений. Вот, и были неудачи, и удачные направления, но главное, что я не боялся начинать, поэтому вы тоже не бойтесь, начните, сделайте первый шаг. Просто эпичный момент.